В Борисоглебске впервые прошли соревнования по воркауту. У молодежи сейчас очень популярны эти упражнения на перекладинах. В первую очередь, потому что особых трат нет. Заниматься можно в любом месте, где есть простые снаряды или хотя бы лавочки. К тому же, кроме простых подтягиваний, переворотов, при регулярных тренировках реально освоите довольно зрелищные, почти акробатические трюки. Это и показали участники спортивной акции в Борисоглебске. Сейчас в городе в этом движении еще не так много последователей, поэтому поддержать местных единомышленников приехали ребята из Воронежа. Всего было больше 3 десятков участников. В основном это молодые люди от 16 до 25 лет, как юноши, так и девушки. Но, пожалуй, любимицей зрителей стала самая юная спортсменка Даша Смирнова из Воронежа. Малышке всего 6, но она уже многое умеет делать и обладает хорошей физической подготовкой. К воркауту дочку привела мама, которая также увлекается этим модным движением. Мне нравится заниматься, мне нравится на брусьях всякие делать штуки, подтягиваться. Все, мне нравится опорной прыгать. Мне еще нравится всякие это колесо делать, рандаты делать. Мне нравится. Все, мне нравится вообще заниматься спортом.